после сирены. Пока контратака опасная. 2 в 1. Момент. Гол. Гол. Шайба в воротах Череповецкого клуба. Очень... Good bounce right to Brandon Jignac. 2-on-2. Could be a 3-on-2 shorthanded. Drops it. Sharon Govich. He scores! К сожалению, для Динамо Шарангович, что здесь он поднимается, и уже в атаке первый бросок минского Динамо сегодня как раз в Вдруг не ждет вратарь. Шарангович хорошо разбежался, вошел, бросил. Едва ли не первый. Тот включает ноги. Уходит от Зарипова, уходит от Бурмистрова. Передача под клюшкой Педана. Прострел. Удача любит настырных. Шарангович с неудобной руки. Он даже в заявку не попал. Голкипер, который играл в прошлой встрече. И вот момент у... And now Banik to Bastion. Over to Sharangovic. He's alone. Sharangovic, he scores! Remain with pressure. Studenich again. Kaminsky with space. Moves it back. Overshoots. Scores. Sharangovic. You can feel it coming. Racing up the right wing and getting back Bryson, but Connor has a man with him and a shot in front. And save for Johansson. And the rebound, they score. Tremendous. Сейчас легионеров, но в меньшинстве забег. Времени мало, надо бросать уже. Бросок и гол! И гол Шарангович! На последней секунде первого периода в меньшинстве. На синюю Робинсон дальше перевел направо. Голдобин махнул клюшкой мимо шайбы. Робинсон снова на синий. Слепышев направо. Голдобин бросает, отбивает Лапила. Фальковский выводит из зоны. Более того, здесь забег Шаранговича. И Шарангович забивает в меньшинстве. Два матча подряд. Сумеет ли Борис вот на этом локальном... О, 4-1. Возвращение. Возвращение. За последний курс выходит игрушкой Ван Штрафов. Наказан Игорь Головков. Второй. Команда Элис. Шарангович to it first in the right corner. Getting body position against Cross. Шарангович. Cutting in the circle, turning and shooting, and he missed it just wide. Клинхаммер, обратная улитка, здорово сыграл на удержание. Шарангович бросает и заползает шайба в ворота. 3-2. В третий раз манчи мельчане выходят вперед. Shot missed wide, that off the boards around the far side, and here come the Devils. Right on the left side, entering the Amherst zone. Pulled in, a shot, and a score off the left wing side, a snapshot. Slipped along the wall by Snuggerud, hit the center ice up the left wing. It's a pass in over the Rochester line and a shot in. They score. As he moved up the left side, moving in was Sharangovich. 2-on-1, shorthanded developed. It's Sharangovich. He's in. He scores. Out to center ice it was. Schmelzer down the right side, over to Sharangovich. What a move. He got line to bite. Проводит в заявке. Рональдо пока не появлялся. Посмотрите, как далеко Коварш выбегает. Шарангович, бросок и гол! 4-2! Знаете, у минчан очень легко получается проходить среднюю зону. Ой, красота какая! Вау! Егор Шарангович! Аплодисменты! Реализация большинства, то есть каждое четвертое большинство реализует неплохие показатели.
До свидания. И вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста, третья шайба. И Егор вот. Шарангович. Привез шайбу в зону атаки. И дальше снова передача, бросок и гол. Это Егор Шарангович. Broken in at center. Nice pass ahead. Шарангович has speed. One hand. Scores! Studenich! Секунд. Принц. Ну и Метальникову нужно эту шайбу закапывать. Здесь не получается. Смотрю за Якобом Лилией. Он сегодня в основном обозначает свое присутствие. Сразу же момент возникает у ворот Акбарса. Шарангович. Все, калиточка закрылась перед ним. Спину поставил Видаль. Шарангович не выключился. Удача любит настырных. Шарангович с неудобной руки. Пытался сделать передачу. Гудочек опять же клюшкой. Разбрасывает то влево, то вправо. Здесь Зубарев против Шаранговича. Там рядом Принц, рядом Широков. Передача. For the Devils in the seventh round. Out to his left at the circle in the middle. Stops and scores. He slid it through the legs of Spencer Martin.